Это проспект Вадутина. Через новое лобовое стекло я решил сегодня снять его немного. Вот. Сейчас время 6 утра, воскресенье, и я двигаюсь на пляж. Вот. Решил снять дорогу. Короче. Тут у нас липовые аллеи, вот это все липы. Вот. Вообще город, конечно, ухоженный, красивый. Вот я про вот этот, про проспект Ватутина я уже рассказывал, про эту дорогу, обзоры, но просто там качество съемки очень такое, не, вообще нехорошее. Потому что стекло было лобовое сильно разбито. Вот. Вот это дополнительная полоса для тех, кто не был давно в Белгороде, вот, которая идет направо. Были пересажены вот эти все деревья. Все попересажено очень аккуратно. Вот, и заасфальтировано. Сделана полоса направо отдельная. Но мы едем прямо. Здесь вот открывается чудесный вид. Обзор просто замечательный города. Я тоже его снимал. Вот. Ну, пускай. Лето, 7 июня. Лучше и как бы придумать особо нельзя, как-то. Идеальное время. Вот все утопает в зеленке. Вот здесь вот частный сектор. Видно вот это все. Справа. А слева там рынок. Просто его не видно. Ограничение скорости 60 километров в час. Вообще очень своеобразный рельеф. Я все время думал, что мы живем на равнине, но если бы я снимал вчера, то есть когда я ездил по этим, по своим клиентам, там вот, там видно очень холмистая местность и очень такие приличные перепады высот. Такое вот у нас солнышко прямо бьет. Майским праздником, ну, каждую весну, в принципе, вот рисуют полосы, разметку, все это делают. Я не тороплюсь, еду по знакам, по скорости. Раньше я ездил на один берег, теперь езжу на другой, но все равно. Мне там больше нравится, там более чистая вода и спокойная. Вот так вот. Это вот впереди как бы тоже вот город, центр, в смысле. Вот, собственно, это и есть тоже город. Но здесь своеобразные заезды, то есть вроде бы широкая дорога, там путепровод идет, и потом ты едешь, едешь, и раз так, и упираешься в узкую часть, в горлышко прямо, вот, где мы спускались с путепровода. Вот там вот технологический университет имени Шухова стоит на горе, вот это все. Ну, я снимал такую вещь, вот. Дорогу в прошлом году здесь ремонтировали, но все равно есть изъяны как бы. Они небольшие по сравнению с тем, с другими местами. Кольцо и наш знаменитый Павел Кириллович. Вот милиционер стоит. Памятник
милиционеру, работнику ГИБДД. Так вот. Здесь что-то народ притормаживает, что-то непонятно. Сейчас просто утро, поэтому никого нет. А вообще эта дорога, она очень, как назвать, насыщенная, имеет насыщенный трафик, насыщенное движение такое очень сильное. Вот. А мы практически приехали, то есть нам поворачивать. Вот и все. Вся тема. Вот мы доехали до пляжа. Ну, город такой маленький. Ничего. Ледовая арена. Вот. Ничего здесь не изменилось особо. Вот, собственно, и все. Большая парковка. Комфортная, в принципе. Последствия ливней, дожди еще, видите, не ушли никуда. Вот. Ну, мы там поставим между двух луж. Вот. Ну и все. Вот мы и приехали. Здесь был снят, вот на этом кусте был снят знаменитый ролик Варакуши. Про птичек двоих. Вот. Повезет ли мне в этот раз? Не знаю. Вот такая, друзья, маленькая путевая заметка. Можно, конечно, снять все дороги в городе, потому что он маленький. Вот. Но я иду на пляж. Вот. Возобновляю как бы свою традицию ездить, пока есть возможность, тепло, хорошо. И есть возможность поправить немножко здоровье. Вот. И всем остальным желаю того же самого. Все, пока.